Добрый день, меня зовут Наталья. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Голошубин Алексей. Работаю в качестве индивидуального предпринимателя. Подскажите, пожалуйста, что привело вас в нашу компанию? Мы обратились к вам за поиском автомобиля, узнали о вашей компании от своих знакомых, от друзей, порекомендовали. Угу. То есть друзья, вероятно, обращались к нам? И... Да, у меня товарищ, который неоднократно через вас привозил автомобили себе в личное пользование, ну, посоветовал обратиться к вам. Какой вы выбрали автомобиль? Lexus RX 400H гибрид. Вы уже некоторое время пользовались новым автомобилем. Какие ощущения, впечатления, как он в эксплуатации? Ну, автомобиль гибрид, про него мало что известно, как бы сами первый раз только с этим столкнулись, пока как бы просто познаем еще его работу, не совсем еще все понятно, но пока все очень нравится. Как вы планируете эксплуатировать его в городских условиях? Планируете выезжать куда-то? В городских условиях, выезжать куда-то, путешествовать, ну, в общем, какие-то дальние поездки уже совершали? Дальние нет, но планируется поездка в Башкирию летом. Что-то менять приходилось там, масло еще что-то? Нет, сделали только русификацию бортового компьютера, то есть мили, километры, поменяли все это. Ну, и все, больше ничего абсолютно не делали. Ну и поставили защитную систему, сигнализацию, мультилок, партроник еще поставили. Кто-то из ваших родственников не захотел ли, глядя на вас, тоже приобрести автомобиль? Да, я и сам лично для своей супруги уже обратился к Роману с поиском. И сестра моя хочет приобрести автомобиль. Тоже уже с нашим менеджером, там приводил, уже этот вопрос обсуждали. Вы работали с Романом. Как вам понравилось сотрудничество? Нам все понравилось. Роман понял, что нам надо привезти, сразу понял. И несмотря на то, что мы очень долго искали, то есть хотели найти там автомобиль по очень большим критериям, по нашим. Несмотря на это, там около 2-3 месяцев Роман как бы кропотливо искал, в итоге нашел тот автомобиль, который нам нужен был. Я очень рада, что все так успешно закончилось. Вам большое спасибо за отзыв и успехов в эксплуатации. Хороших дорог. Вам спасибо. Хороших клиентов. Больших заработков.